Марина Малкова, Илья Быстрый, Анатолий Тихонов. Я вижу. Здравствуйте, дорогие товарищи взрослые. Я надеюсь, что молодежь тоже подтягивается, потому что вас ждет встреча с моим тезкой. С тем, кто просит меня писать новые сказки. И сегодня нас ждет встреча с продолжением сказки «О не стреляя». Вот. Александра Смирнова. Мишка, привет. Привет, Ми Смирнова. Привет, Марина Штигель. Кого еще вижу? Иван Свиридов, Юрий Медюшка. Юрий убежал уже. Юрий убежал. Хорошо. Лайки идут, значит, вы собрались. Значит, молодежь у у мониторов. Модест Соколов. Модест, наш главный эколог Петербурга и пригородов. Я не знаю, кто из них главнее, Соколов или Карпов. Но мы все экологи, даже каким-то образом. Привет, Сашка. Лесники. Наша телекомпания приветствует в лице меня. Рязанцева присоединились. Все, молодежь, вас вижу. Все собрались кружочком. Сейчас будет продолжение сказки. Наша телекомпания вас приветствует. Я, то есть, и Мишка, и Лена Пинчук, наш незаменимый оператор эфира. Извиняемся за вчерашний срыв, но так получилось. Кто-то специально оборвал все провода, и у нас не было никакой связи с вами. Мы очень по вас скучали, и сегодня компенсируем и эту нашу встречу. Итак, если все вы хорошо уселись там, то, пожалуй, приступим к сказке. Да? Да. Мы потихоньку рассказываем сказку про «Не стреляя» в городе. Для тех, кто не знает начала предыдущих серий, можете это спокойно найти в интернете. Мы выставляем содержание и выставляем видео, и на ютубе можете посмотреть. Я думаю, что молодежь у нас такая талантливая, что запросто найдет начало этой сказки, которая называлась «Не стреляя его друзья», и, собственно, сказки, которые сейчас презентуются «Не стреляя в городе». Ну, а для тех, кто вообще первый раз нас видит, слышите, я объясняю, что значит. Мы рассказываем сказку про волшебника «Не стреляя». Волшебник «Не стреляй» – это, вот так его звали, «Не стреляй». Это лесник, который охраняет свой лес, охраняет от браконьеров, от лесорубов, от пожаров, от плохих туристов, которые разбрасывают в лесу всякий мусор. Вот такой он хороший лесник, «Не стреляй». У вас как там видно? Алла Владимировна, Софа Узланер присоединилась. Понятно, понятно. Подтаскивайте детишков. Геннадий Деменский, Руслан Дождь. Украина привет, с нами. Михаил. Америка с нами. Александр с нами. Киржацкий. Очень приятно. Видно, соскучились. Да. Скоро увидимся. Да, скоро увидимся. Вон Таня из Петербурга. А, из Москвы она. Таня Шишкова. Шишкова, да. Значит, продолжаем. Значит, этот «Не стреляй» попадает в прошлой серии в город, где тоже безобразничает. Безобразничают строители, которые рубят деревья. И главный браконьер, который браконьерничал в лесу, он тут же браконьерничает еще в городе. Он устроился в полицию, дали ему бульдозер, и он ломал деревья, представляете? И вот наш герой «Не стреляй» вмешивается в ситуацию, он останавливает этот страшный бульдозер. Вот, но к этому времени бульдозер поломал много деревьев, упали птенцы. «Не стреляй» подарил свою форменную шапку птенцам, как новое гнездо вместо разрушенного. Образуется большая потасовка между полицией и защитниками сквера. Защитников сквера, как говорится на взрослом языке детишки, вяжут полицейские, и они попадают в такую машину специальный автозак. Спасаются только двое. Двое. Это наш герой «Не стреляй». Его верная подруга, секретарша Танечка. Они убегают. Правда, «Не стреляй» еще теряет в этой неравной борьбе свой башмак, с которого вытащил шнурок. Вот такая история произошла. И вот закончили мы эту историю. Вот остановились в том месте, где
не стреляй, побежал к Тане в гости. А Таня другой дорогой побежала к себе в гости. Она уже приготовила ужин. Ты всех запутал. Пусть смотрят предыдущие серии. Да, смотрите предыдущую серию. Вот. И вот на этом месте, значит, когда не стреляй, пришел к Тане в гости. И стал трапезничать. Там работал телевизор, а по телевизору выступал пресловутый министр по фамилии Паутин. Он рассказывал о несомненной пользе пластмассовых лесов и парков. Во-первых, говорил Паутин, эти пластмассовые деревья, как известно, зеленеют круглый год, не то что живые, которые зеленеют только летом. Во-вторых, эти зеленые изделия не требуют поливки. Это большая экономия. Тут зал взорвался, большое собрание закричало: ура, ура, экономия, экономия, какая радость. В-третьих, продолжал Паутин, искусственные растения не сорят осенью опавшими листьями. Мы не допустим самовольного желтого листопада ни в лесах, ни в парках. Давай листопады! Аудитория взорвалась. Аплодисменты. Ура! Не допустим, не допустим. Долой листопады. А в-четвертых, продолжал Паутин, все экологи, которые мешали нам вырубать деревья, уже арестованы. Их всех будут судить, как врагов народа. Это большой успех нашей спецоперации. «Ура! Ура!» – закричало большое собрание. «Слава Паутину! Да здравствует Паутин! Ура!» Потом по телевизору показали экстренный выпуск новостей. «Внимание, внимание!» – сказал диктор. «Разыскивается особо опасный преступник. Не стреляев, не стреляй!» – с нашим лесник. «Особые приметы!» Носит очки, ходит без фуражки, в одном башмаке. Вот в таком. И диктор показал зрителям улику, потерянную нестреляевскую обувку. Выключил нестреляя телевизор и призадумался, как же ему быть теперь в одном башмаке. Вдруг квартиру стали скрестись. Кто бы это мог быть в столь поздний час? Удивился не стреляй и внимательно посмотрел на Таню. Та пожала плечами. Кто там? Спросила она строго. Рав-ав-ав! Ответили за дверью и снова поскреблись. «Ой, это, наверное, полицейские с собаками. Беги, не стреляй скорее через окно!» «Никуда я не побегу», — улыбнулся лесник. «Почему?» «Да потому что там просто собака. Просто собака без всякой полиции. Это мой друг. Я узнал его сразу, по голосу. Открывай скорее дверь». Таня открыла. «На пороге!» Стоял щенок Маська. В зубах он держал нестреляевский башмак. «Вот это номер!» — удивился не стреляй. «Вот спасибо! Где ж ты его взял, дружище?» «Рваф-ваф-фр!» — весело ответил наш герой. «Что значит на собачьем языке? Где-где? Рваф!» Естественно, в полиции. Оказывается, после того, как не стреляй, ушел из города, то есть ушел в город, из лесу, Мася сразу же по нему соскучился. Он был одинок одному, очень-очень соскучился. Не прошло и часа, а щенок уже не находил себе места. Он даже начал немножко поскуливать, так, от тоски. Поскулил малыш, поскулил. Походил по избе туда-сюда, а потом и подумал: «Раф, что это я скулю, как несмышленый щенок? Раф,
Надо действовать! И он сразу взял себя в руки, то есть в лапы. Нанюхал нестреляемский след и быстренько побежал по этому следу прямиком в город. Следы привели Маську в тот самый сквер с поваленными деревьями. А там уж местные собаки рассказали щенку про великую битву смелых экологов с глупыми полицейскими. Про знаменитый улетевший нестреляевский башмак они ему тоже рассказали. Мася, не раздумывая, отправился вручать друга. Он смело пошел прямо в логово врага, то есть в полицейский участок. Но, как оказалось, в полицейском участке нестреляя не оказалось. Полицейским удалось арестовать только нестреляевский башмак, а нестреляя не удалось арестовать. Вот по этому поводу в полицию побежало много журналистов всяких. Человек 100, а может и 200. И все с телекамерами, микрофонами, телефонами, теснотища, духотища. Башмак, нестреляевский, со всех сторон фотографируют, по телевизору, значит, его показывают. Вот. И так, и эдак, суета, толчья. Потом сам майор Тупилов интервью давал. Он хвастался, что вот скоро поймает, не стреляя, и тогда получит новое звание генерала. Журналисты сразу обступили хвостуна, стали расспрашивать о подробностях, телекамерами бодаться туда-сюда. А про башмак ты совсем забыли? Тут наш Маська сразу хвать обувку в зубы. Просочился между ног и прямиком к Таниному дому. Не стреляй, и Таня были очень рады четвероногому другу. Вот. И восхищались его отважным поступком. Согласитесь, что не всякий на такое способен. Многие собаки умеют приносить палку, брошенную хозяином. Некоторые научились даже приносить обувь своему господину. Но, чтобы из полицейского участка добыть другу башмак, это может только настоящий, самый смелый, самый отважный друг. Нашего героя тискали, обнимали, даже целовали. Маська тоже радостно обслюнял друзей. Таня налила ему миску молока. Не стреляй, отделил от своего ужина кусок котлеты и сосиску. Маська вылокал молоко. Потом деловито, как взрослый пес, умял котлету. Затем посмотрел на сосиску. Посмотрел не с одной стороны, посмотрел с другой стороны, потом зарычал на нее и стал с ней играть. Он хватал ее как добычу, подбрасывал, догонял, бегал вокруг нее сосиски, лаял на нее, как на живую. Иногда он делал вид, что убегает от противника. Он прятался под столом, потом внезапно выскакивал из засады, хватал сосиску и мчался с ней в спальню прямо на чистое белье. Из спальни он летел сосиской в прихожую, прятал добычу в нестреляевский башмак, потом бегал вокруг башмака и тоже на него лаял, как на противника. Эта веселая возня собачьего ребенка немножко развеселила нестреляя, но только немножко. Вскоре он снова вспомнил о защитниках сквера, которые сидели сейчас в тюрьме за решеткой. Таня выдала нестреляю новый шнурок для башмака. Нестор стал его зашнуровывать. Что же делать? Что же делать?
Думал он, как спасти деревья, как друзей спасти. И сердился на себя, на то, что ничегошеньки не может придуть. Что ж теперь сидим вот так вот и надеяться на чудо? А давай, давай надеяться на чудо, подхватила Таня. Ты же волшебник. Ты что, надо мной смеешься, ответил Нестор. Я же не колдун какой-нибудь, не фокусник. У меня другой профиль. Я просто знаю языки трав и зверей. Вот и все, все волшебство. И никаких других чудес делать не умею. А ты пробовал? Спросил Таня. Вот ты попробуй. На этом мы сегодня остановимся. А вы, друзья, пробовали делать чудеса? Может, вы тоже волшебники? Ольга Рыбина, Алексей Линчик, Тамара Луговых, Ирина Варзина присоединились. Модест своих внуков привел. Привет юным экологам. Вот. Нарисуйте, пожалуйста, мне не стреляя, друзья. Нарисуйте деревья, нарисуйте щенка Маську. Я буду очень рад. Мы посмотрим. И мишку нашего нарисуйте. И нашего мишку нарисуйте. Можете меня нарисовать. Только хорошо, усы не забудьте. Главное, не забыть усы. Вот, до следующей встречи. Следующая встреча у нас с детьми состоится аж в субботу. Правильно? Почему в субботу? В среду. В среду, послезавтра. 21-го. Послезавтра. Марта в среду состоится наша встреча. В 20 часов по Москве, как всегда. Это будет продолжение сказки. А встреча со взрослыми у нас буквально минут через 40. Мы будем петь одну... Хорошую песню. Хорошую песню. Очень важную песню. Но это только для взрослых, друзья. Вот. Детям всего доброго. Спокойной ночи. Кто ложится спать, а кто не ложится спать, доброго вечера или дня. Потому что шарик у нас там большой. Одни засыпают. Да, мили, где-нибудь в Омске, во Владивостоке уже давно все спят. А вот в каком-то Нью-Йорке, в Вашингтоне даже и не думали. Вот. Есть тут дети... композитора, как он называется-то? Прохоров. Прохоров, да. Так они бегают сейчас по пляжам. Вот. Хорошо, друзья. Давайте встречаться в среду следующую с детишками. И напишите, как нас было слышно, видно, все ли было понятно. Если что-то не так, мы, естественно, вам продублируем эту видеозапись. Вы ее найдете на YouTube. Если вам понравилось, покажите своим друзьям. Вот. Делайте перепосты. А то зачем это все затеяли? Для вас. Пока. Пока. Мишка, попрощайся. Пока. Пока.